Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. И мы решаем упражнение 20 по цифре 1. Предполагают, что Луна когда-то была окружена атмосферой, но постепенно потеряла ее. Чем это можно объяснить? Чтобы это объяснить, нужно вспомнить, что атмосфера вокруг Земли удерживается силой тяжести, силой притяжения к Земле, силой всемирного тяготения. Вот об этом мы непременно скажем, отвечая на вопрос. Так и напишем. Атмосфера вокруг Земли удерживается силой тяжести, которая зависит сила тяжести от массы Земли. Чем больше масса Земли, тем больше сила тяжести от массы Земли. У Луны масса, конечно, не такая, как у Земли, она в 81 раз меньше. Так и напишем. Масса Луны в 81 раз меньше. Поэтому сила притяжения к Луне тоже меньше. Поэтому сила притяжения к Луне меньше. Луна, получается, просто не может удержать атмосферу вокруг себя. Для этого она обладает недостаточной массой. Луна не может удержать атмосферу. Все. И теперь отвечаем мы на второй вопрос. Чтобы вдохнуть воздух, человек при помощи мышц расширяет грудную клетку. Почему воздух входит при этом в легкие? Грудная клетка расширяется, объем легких увеличивается, значит давление уменьшается. Так и пишем. Во время вдоха объем легких увеличивается, давление внутри легких уменьшается, давление воздуха. Снаружи же давление получается больше, чем внутри, поэтому атмосферное давление загоняет воздух в легкие. При выдохе мышцы сжимают легкие. Мышцы грудной клетки сжимают легкие, их объем уменьшается, а давление внутри увеличивается. И оно становится больше, чем атмосферное, поэтому воздух выходит из легких. Вот такой будет ответ. Если вы хотите больше ответов и решений, то подписывайтесь на канал онлайн ГДЗ на YouTube и следите за новостями сайта в социальных сетях.